Марисио, это Хелл, сними трубку. Слушай, приятель, что за муха тебя вчера укусила? Сначала ты не стал танцевать с красотками в баре, а после еще лучше девицы появились, но ты уже смылся. Что с тобой, старик? О боже, я перезвоню, кое-что возникло. Это что, парашют? Извините? Великоваты, верно? О, догадался. У вас парус на яхте порвался, да? Извините, я забавно видеть в руках такой, как вы, старушечьи трусы. В руках у меня? Да, ну, у такой страняшки. Вы ничтожество. Мисс, ой, простите, пожалуйста, я не хотел вас обидеть. Слушай, ты, прохвост, слопай успокоительное и отвяжись от меня. Стойте, стойте. Начнем все сначала. Наверное, вы хотели купить белье кому-то из близких, а я их оскорбил. Но поверьте, я вовсе не хотел вас разозлить, я просто хотел с вами познакомиться. Но иногда... я веду себя очень несуразно. Позвольте мне загладить свою вину. Простите, мисс, все в порядке?